вечер, большая страна. Добро пожаловать в Краснодар. Добро пожаловать на стадион местной футбольной академии. Мелбет, первая лига, пятый тур. Мы с вами в одном из самых живописных и красивых городов юга нашей страны. Первого номера для второй команды Краснодара. Константин Базилюк вводит мяч в игру. Я очень надеюсь, что будет у нас возможность за этим понаблюдать. Вот такой розыгрыш. 1-0. Константин Савичев. Начертили футболисты Акрона. Снова это атаку. Стандарты — это сильная сторона тольяттинской команды. И Савичев забивает в этом матче. 1-0. Может и верхом подать, есть высокий. Савичев. И это даже удар скорее. Там отбивается снова Краснодар. 2. Сумела прописку так или иначе сохранить в первой лиге. И идет сейчас в ее лидерах. А тут не рука ли у Савичева? Штрафной. Гонят болельщики вперед. Быков. Подача. Даже удар это. И Сергей Волков. Ваваров. Здорово раскачал. Прострел нужен или уже удар? Волков справляется. Добивание будет. Нет, нет. Чудин успеет выбить. Падение, но ничего. Сасин выкатывает мяч. И можно забивать. Как далеко Марухин от себя его сейчас отпустил. Или просто Али. Удар высоко, но хорошо. Очень плотный выстрел. Вернут все эти показатели на уровень нескольких минут ранее. Манелов, Манелов! И снова Сергей Волков. А хорошо, как это было. 27 августа дома сыграет с Балтикой. Прострел, Волков на месте. Но это уже не так важно. Дает финальный свисток Максим Перезва. И 1-0.